Через 2 недели лето, а значит, наступает пора каникул и отпусков. В нашем опросе ивановцы поделились с вами планами на самое теплое время года. Уже больше просто сил нет, хочется отдыхать, купаться, палатки, шашлыки, все мы это любим. Пока работаю без выходных, отпуск только снится мне. Я, наверное, в свой Дагестан поеду, к себе домой. Горы красивые, море Каспийское. Мы собираемся на Витязево с семьей. Там тоже море, это как бы типа села, но небольшое, и просто там очень комфортно. Мне нет отпуска, я сама на себя работаю, поэтому мне не до этого. Ну, столица Азербайджана, там очень красиво, там море, пляж. Там. У меня декретный отпуск, я в отпуске всегда. Ой, знаете, на самом деле, единственное, что хотим, это спрыгнуть с вышки. Все, и остальное это просто солнце. Мне очень понравился Казанский собор, очень понравился Исаакиевский собор. И в целом архитектура Питера очень интересная. В Армению. Куда еще? У нас очень красивые места. Очень. Планировал бы, но, к сожалению, работа есть работа. Я просто болею. Мне нельзя пока. Нет. Почему? Мы работаем. Ой, нет, в отпуск не еду. А почему? Денег мало. И некуда ехать. На теплоходе, да, поедем в небольшое путешествие по Волге. Это в пределах Российской Федерации, очень бы хотелось в Калининград. Ну, он не очень активный, больше тюленей. Мы не рыбачим, мы не плаваем на лодке, мы просто отдыхаем на природе. Я мечтаю объездить весь мир. Весенние каникулы были в Беларуси. 3-й раз уже ездили, очень хорошо. Я поеду в Дагомыс. Дача. Помидоры, огурцы, баклажаны. В этом году нет. В Сочи? На Валдае? Не планирую. Этим летом точно, потому что очень много работы. Меня, возможно, военкомат заберет. Не знаю, только если в берцах и в камуфляжной форме. В Санкт-Петербург, скорее всего, поеду. Мы собираемся работать. На даче. Еще в Звенигород поеду. Очень занятость большая. Не получится. Работы много. Алина Агашина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».